Всем приветики. Помните, я когда-то распаковал вот эту Bluetooth-колонку? Все, теперь у меня уже ее нету, потому что она плохо работала. Я отправил ее на диагностику, и они посмотрели, подтвердили этот дефект, сказали, что да, есть дефект, и предложили мне вернуть за нее либо деньги полностью, либо чтобы я выбрал другую колонку, равную по стоимости, либо дешевле, тогда они чуть-чуть мне вернут денег, либо дороже, тогда я уже доплачу. Но я решил, что не стоит брать Bluetooth колонки, потому что это связь. И все-таки, если что-то брать, ну, со связью связано, это лучше проверить самому. Ну, то есть прийти в магазин, подключиться, послушать, посмотреть, если хорошо работает, купить, если плохо, не покупать, а брать вот так вот, не знаю, что тебе придет, и потом снова отправлять на сервисный центр, то, ну, лучше не надо. Я попросил вернуть деньги, мне вернули деньги. Я думал, мне вернут только за колонку, но мне вернули еще и за доставку, так что я доволен, мне вообще полностью все деньги вернули, и на этом все, потому что, как бы, ну, зачем пробовать снова, если ничего не получится? Все-таки это неприятно. Даже в тот момент, когда ты ее получаешь, она не работает, это неприятно. Потом уже, да, когда тебе возвращают деньги полностью, ну, конечно, ты уже доволен, все нормально, но изначально ты же не знаешь, вернут тебе их, не вернут. Может, они скажут, так и должно быть, и ты останешься с колонкой нерабочей, и, ну, и, короче, будут неприятные эмоции. Поэтому я решил, пока можно, надо вернуть, да и все. И не брать больше Bluetooth колонки, если брать, то только в самом магазине. Ну, вот, а это все, что осталось от нее, это только вот, собственно, сам видосик распаковки, и там еще один, и все. Колонки самой уже у меня уже нету. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.